Специальность: стоматология терапевтическая, экзаменационная станция, эндодонтическое лечение. Вы врач-стоматолог-терапевт. У вас на приеме находится пациент. Анамнез собран, осмотр проведен, выполнен ряд манипуляций. Вся необходимая информация имеется в медицинской документации. Информированное добровольное согласие подписано. Проведите указанную в медицинской документации манипуляцию, соблюдая правила асептики и антисептики. Все производимые действия необходимо озвучивать. Здравствуйте, меня зовут Рачина Дарья Вячеславовна, я врач-стоматолог-терапевт. Представьтесь, пожалуйста. Иванова Екатерина Петровна, 35 лет. Сверяюсь с медицинской документацией. Екатерина Петровна, как вы себя сегодня чувствуете? Сегодня мы с вами проведем эндодонтическое лечение, в ходе которого я буду пломбировать ваш корневой канал. Мне нужно будет работать инструментами в полости рта, поэтому некоторое время нужно будет подержать рот открытым. У вас есть ли ко мне какие-то вопросы? Вопросов нет. Иду обрабатываю руки гигиеническим способом с использованием антисептика. Будем считать, что руки обрабатываю. Убеждаюсь, что у меня есть все необходимые инструменты и материалы для проведения манипуляции. У меня есть стерильный лоток со стерильными инструментами. Стерильный пинцет, стерильный зонт, стерильное зеркало, стерильная эндодонтическая линейка, стерильный спредер, стерильный канал-наполнитель, стерильный эндодонтический инструмент. Также у меня есть палетка для замешивания силера, силер, бутоперчивые штифты, также у меня есть механический наконечник, контейнер для отходов класса Б и контейнер для отходов класса А. Занимаю удобное положение справа от пациента, привожу установку в удобное для работы положение. Пациент, вам удобно? Да, спасибо. Настраиваю светильник. Надеваю шапочку, маску. Очки. Перчатки. Беру зеркало, осматриваю область работы. Вам будет предложен один из четырех передних зубов на верхней челюсти. Далее беру эндодонтический инструмент. И проверяю рабочую длину корневого канала с использованием эндодонтической линейки. Рабочая длина сохранена. Далее я беру мастер-штифт гуттаперчевый. Откалибровываю его. И припасовываю в корневой канал. Затем беру канал-наполнитель. Вставляю его в механический наконечник. У меня уже подготовлен силер на палетке. И с помощью канала-наполнителя ввожу силер в корневой канал. Затем беру уже подготовленный мастер-штифт, вношу его в корневой канал. Беру спредер и латерально утрамбовываю мастер-штифт в корневом канале. Затем беру дополнительные штифты, предварительно покрываю их силером. Также ввожу в корневой канал. Беру спредер и латерально утрамбовываю. Корневой канал запломбирован, вы можете прикрыть рот. Выключаю свет, снимаю перчатки. Утилизирую в контейнер для отходов класса Б, снимаю маску, утилизирую ее в контейнер для отходов класса Б, снимаю очки, иду обрабатываю руки гигиеническим способом. Будем считать, что руки обработаны. На сегодня манипуляция завершена, прохождение станции завершила.